Молодец, Барри, я так не умею. Если чё. Ты иди вон к перекрестку и долети. Да. Жопу иди. Мы сейчас идем в громовую тюрьму, чтобы сдать просто новогоднее задание, если что, держу в курсе. Ну и просто изучить этот город, почему нет? Изучить, сейчас изучить. С лупой ходить будет. О, чё тут такое? Месяцев в Пандария. Мастер полетов, ты где? Укротитель ветрокрылов. Ургримар. Это срань. Сколько нам еще дают за это задание? 5300, блин, нормально дают так-то. А камера Софи какая-то дорогая слишком. Да, жизнь. Ой, я буду до завтра лететь. Почему? Да потому что он летит долго. Я все еще лечу. Как интересно. Так, нужно понять, где тут это. Что же? Где... Какой из дирижаблей повезет туда, куда надо? Все сказали западный. Какой из них западный? Где тут лифт наверх? Там дирижабли, а не сверху. А, лифт наверх? Я знаком с лифтом наверх. О, тут квест. Я просто к квесту пролетел, если что. Нормально? Пастбище. Так, ты кто? Чё надо? Вы получите 2 серебра. Чё надо сделать? 2 серебра просто, коли готов там умереть за 2 серебра. Несите припасы пастбищ Громового Утёса. А это новогоднее задание, понятно. А, я стал гоя! Че, гоблином стал? Привет! Давай. Отмечаем Новый год! Теперь это херня на куропатке. Охрененно просто. Где дирижабль-то? А вот что-то сверху вот тут, не? Тут есть какие-то два дирижабля. Один вот это что дирижабль такое? В Громгоу. Что такое Громгоу? Это не Громовой Утес. А песнь, в крепость Песни Войны. Это тоже не Громовой Утес. Тернистые долины есть. Так это и есть. Что? Громгоу, это в Тернистой долине. Есть дирижабль Тересфальских лесов. Но это, походу, под город. Может и нет. Так, а тут портал, портал под город. Да, ты порталом воспользоваться не можешь, держу в курсе. А куда нам это отнести на... А, Громовой Утес, нам, короче, все, нам Громовой Утес по этому новогоднему говну. Ну, значит, другой какой-то дирижабль. Ты можешь сюда все-таки? Нет. Тернистые долины. Куда везешь-то? Тропические джунгли, нам же не в джунгли. Нам не сюда. Верю? Да. Ладно. Должен быть еще один какой-то. Ну, там вон напротив, там дирижабли. Ну херачим туда, давай. А как избавиться от... 29 минут это будет фор...
Мы что-то... Угу, я понял. Тупо эльф. Ничего не изменилось, просто стал обычным эльфом. Хозяйка дирижабля громового утеса, привет. Как тобой воспользоваться? Ждать, пока прилетит дирижабль. Охрененно, твою мать. А это куда? Борийские тундры, понятно. А там конь на воздухе, нормально? Ни хера, слушай, что это за конь? Не нравится? Осмотреть. И посмотреть маунт. А, даже пробел, стой на месте. Я знаю, что он за. Ну где дирижабль-то, господи? Призрачный железный скакун. Дирижабль где, твою мать? Летит, но не к нам, да? Не, возможно, это сюда. Да. Не, это Борийская тундра, видимо. Да, это Борийская тундра. Кстати, прикольный этот маунт у этого чувака. Мне нравится. Так, клёво. Просто что со мной? Ну что это такое? Что это такое? Просто... Что было? Мадам, ну отвези нас уже, ну. Срели тая птичка. Там дирижабли что, раз в 3 года летают или что, я понять не могу. Ой. У меня закончилась жрачка. Я все съел уже. Здесь дуэли запрещены. Че это? Че это здесь дуэли запрещены? Зелье керосинка. Отвези нас уже в дирижабль, а? Смотри на меня. Че, твою мать? Че? Чё тебе? Вы представляете, если бы мы за гномов играли? Хигеренно было бы. Чё тебе? Цыки кинжал у меня, нормально? Посох. Хера ты! Твою мать. Так, дирижабль. Дирижабль быстрее. Быстрее дирижабль. Не, ну сколько можно ждать дирижабль? Понять не могу. Чё за бред? Так, быстрее лететь. Реально, что ли, стоять 3 года, твою мать, ждать дирижабль или что, я понять не могу, логика игры в чем? Да. Сидеть дирижабль ждать, нормально. Квазипанк он какой-то приехал. На... Скажи, если дирижабль будет на горизонте. Хера нету. Я умру с этой картины просто. Что это? Какого хера? Дирижабли будут сегодня?
Садись. Ты у меня упал опять, если что. Просто два гнома сидят. Ты, у тебя ноги не свисают. Ну я боюсь еще раз. Типа... Нормально, нормально. Ну что, упадешь, поднимешься. Блин, блин. Какие-то порталы. Просто два гнома. А, это портал, короче, это портал в его, типа, в черный оплот. Врата смерти. А он кто вообще? Тролль. По-моему, был... Тролль по-моему, он либо маг, либо... Ну, черногном, а не чернокнижник, наверное. Возможно. О, дирижабль! Вон. Не к нам. К нам. О. О-о-о. Подождались! Ура! Ура! Вот это... Осталось упасть отсюда только во время прыжков. А как там? Что надо сделать? С этой поговорить, мадам. За звук страшный вообще. Не, мы просто тут стоим и все. А, да? Это так работает? Настолько продуманная игра, а тут что? Тут есть... Усоматик. Можно еды купить, нормально? Я отремонтирую свои вещи. Тут можно ремонтироваться? Да, нельзя. Так-то-ми! Чё за куча? Вот это чё такое? Зачем это здесь? Что это такое? Ну чё, командир, мы поедем сегодня, нет? Командир. О. Чё, мы полетели? Нет, мы... Да, садись. Прикинь, упасть на... просто по пути. Твою мать, то есть здесь есть метро, как бы. Ну да. Просто метро, я понял. Не, вот это ты зря делаешь. Нормально. Сделал предположение, что дуэли здесь запрещены. Да. Так. Не падать. Да, отсюда лучше вообще не смотреть на... вообще. Лучше вот так вот, камеру вниз вот так мотну и все. Блин, тут карта, она создана, знаешь, таким типа... Прям, ну это видно прям, как карта вот создана, знаешь, таким типа терраформером дешевым. Типа... Просто, знаешь, поднять. Да, в Unity такое можно делать. Клёво. Твоя смотреть туда, тому... Спасибо. Че тут есть чувак, который умеет летать? Нахер ты сюда? Не знаю. Просто на ракете. Да.
Текстуры смотри. Прыгай. Там вот. Это вот сюда? Прыгнул мимо, упал. Посмотри на меня. Так, почему мне показано, что ты вниз нужен? Это брать квест снизу, тихо, нам надо сдавать квест. Не, ну выглядит прикольно, ну как бы, но... Да так тупо. Ну теперь мне моя куропатка по размеру. А это сверху вообще. А, ну это этот. Это летать. О, надо взять летать, в смысле. Еще выше. Ты упал? Нет. Было бы... неплохо. Я почти упал. Блин, тут что-то стрёмно вообще бегать. Сюда же? Нет, не сюда, а куда? Я сейчас одну сдам. А, ну да, вот сюда сдавать. Хозяйка таверны. Отмечаем Новый год. Так, одно сдал. Одно тоже сдал. Два серебра явно того стоили. Второй ты как взял? Надо наверх. Ну все. Только там не 5000, а 500. Ну это ладно. Я где-то там было 5000. Ну что, все, а что дальше? Ну как попасть-то туда? Как? Что выше, что ли? Че, тупой? Ну как? Вот так. Так. А, на офигеть, клевый маршрут вообще, мне нравится. Господи, твою мать, верховный вождь. Предлагаю тут сесть и пойти в Радугу.